наконец-то! Я так долго ждал этого часа. Теперь ты от меня не уйдешь. Не уйдешь. Теперь ты ответишь за все. За все ты ответишь теперь. И не уйдешь от меня. Теперь. Пришел стрелять, стреляй. Чего зря болтать? Наездник, ты кобылка. Кошмар какой. Я наездник, ты кобылка. Съездим в поле за развилку. Хоп, черноглазый крошка Сюзи. Хоп, черноглазый крошка Сюзи. Взятая баба, что ты с ней делать будешь, обрубок? Грубый ты все-таки. Я, конечно, извиняюсь, но, может, вы заткнетесь? Не свистеть, денег не будет. У кого? У него? А ты головой подумай, раз уж больше нечем. Послушай, если ты такой умный, почему ты такой мертвый? Ну, зачем же так? Своего товарища, а? Товарища! Его товарищи во враге лошадь доедают. Тише, господа, умоляю. Не дай бог этого разбудим. Опять такой начнется. А нам-то что, хуже уже не будет? Это, знаете ли, лучше не будет. А хуже всегда может быть. А вот если бы я его победил, вы бы здесь не висели. Вы бы... У меня в салоне висели, в красном углу. Подделки документов, ограблений банков, дилижансов, рядовых граждан, а также вымогательстве, перепродажи краденого, подделывании денег, изнасиловании девственницы белой расы и растлении малолетнего черной расы. Данные мне властью, приговариваю его к смертной казни через повешение. Черноглазый крошка Сюзи, черноглазый крошка Сюзи. На-на-ни-на-ни-на. Сколько? $3. Что?
выпущен. Сколько, сколько? 54. Клянусь, у меня больше нет. Клянусь, поверьте, джентльмен. Вот. А это кто? О, сэр, это приезжий. У него было так много документов, что большой Билл взял с него подписку о невыезде. А, невыездной теперь. Да, сэр. А что это за тип ваш большой Билл? О, сэр, много людей задавало этот вопрос. И? Я их больше никогда не встречал. В наших краях, сынок, люди делятся на две категории. Одни стреляют быстро, другие еще быстрее. Так вот, большой Билл из второй категории. А что, третий не бывает? Бывает, как не бывать. Выйдешь направо, дойдешь до кладбища, там полно третьей категории. Проснется. А что, если большой Билл все-таки не проснется? Зачем задавать вопрос, на который мы все знаем ответ? Вам крапленый или... Или. Правильно. Мы играем честно. А кто будет мухлевать, получит по наглой рыжей морде. Ваши не пляшут. Аналогичный случай был с моей бабушкой в Кентукки. Оп, черноглазый крошка сегодня, Вася Николаевич. Оп, черноглазый крошка сегодня. Черноглазый крошка сегодня. Я наездник, ты кобылка. Ездим в поле за развилку. Черноглазый крошка Сюзи. Крошка Сюзи. Борис Николаевич. Черноглазый крошка Сюзи. Черноглазый крошка Сюзи. Я наездник, ты кобылка. Ездим в поле за развилку. Ну, что там у тебя? Там. Кот, значит, за двери мыши в пляс. Такой, понимаешь, сон испортили. Ну-ка, присмотри-ка за гербарием. Кто не спрятался, я не виноват. Прощенных оскорблений нет. Врагов живых, значит, нет, друзей нет, дома тоже нет. Кто же я после этого? Круглый, понимаешь, сирота.
Угу.